Друзья, хочу посоветовать вам канал Сергея Акопова. Это молодой спортсмен, который занимается калистеникой, также занимается в тренажерном зале. На канале есть разные обучалки, плюс Сергей расскажет вам, как подсушиться и как набрать массу. Парень КМС по акробатике, так что вы будете видеть разные акробатические элементы. Подписывайтесь, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня Слава вам покажет один крутой суперсет на спину. Как он выглядит? Нужно сначала подтягиваться широким хватом, потом с прогибом в спине подтягиваться, потом поочередно, и это будет круто. А по сколько повторений? Все по пять. По пять? Все по пять. Все по пять, легко, да. Ну, все. Три круга по пять. Три круга по пять, поехали. Сейчас покажем. Опа-да! Короче, если у вас нет веса, вы хотите как-то набрать массу, выглядеть пошире, выполняете эту шнягу, у вас все забивается, вы растете. Если не дрыщи, будете делать больше 5 повторений. Итак, друзья, вы увидели суперсет на турнике. Теперь мы вам покажем, точнее Андрюха вам покажет, как сделать суперсет на брусьях, как он выглядит. Это обычные подтягивания. Можно в уголке, можно без, как хотите. Потом подтягивание параллельных хватов, это таким. И затем упражнение под названием «Книга». Давай покажем сейчас. Делаем три круга по 5 повторений. Нам нужно... Пойди, пожалуйста, на стену. На 2-3. А я вам покажу оставшийся суперсет. Это обычные стандартные подтягивания средним хватом, широким хватом, узким хватом, потом широким обратным, средним обратным и узким обратным. Делать нужно два круга, где-то по 3 повторения того и того и того. Давайте покажу, как делать. Сначала делаем широким, прямым. Кстати, везде нужно спину выгибать обязательно. Выгибаете спину. Средним. Обратным широким. Обратным средним. Обратным узким. Спина забивается просто максимально сильно. Широчайшая забивается, но нужно обязательно выгибать спину, всегда. Что вы делаете прямым хватом, что обратным, всегда нужно выгибать спину, чтобы не качались бицепсы. А так, друзья, спасибо за внимание, надеюсь, вам эти три суперсета помогут, и увидимся в следующем выпуске. Пока!